По инициативе учителя-хореографа Лады Кельбус в 92 году в Бендерской гимназии номер 2 проводились уроки танцев. Вскоре из маленькой группы учеников состоялся полноценный коллектив, который получил название «Альянс». За короткое время он стал лауреатом московской программы «Утренняя звезда», обладателем приза Центра Махмуда Исамбаева, лауреатом республиканских и международных конкурсов и фестивалей в Молдове, Украине, России и Белоруссии. «Альянс» представляет зрителю постановки разных стилей и направлений. В этом году коллектив отправился в Болгарию, город-музей Несебр, на международный детский фестиваль «Солнце, радость, красота», чтобы вновь заявить о себе. Участвовало 3000 детей из 11 стран. Соревновались дети в разных жанрах – вокал, хореография, театр и мод, и даже были художники, которые рисовали там красивые развалины старого Несебра. Образцовый ансамбль танца «Альянс» среди 45 коллективов-соперников завоевал почетное второе место в номинации «Хореография». Жюри выделило отдельной, так сказать, линейкой первые места, 5 первых мест, которые по достоинству абсолютно заняли россияне и украинцы. Это коллективы высочайшего уровня, можно сказать, профессионалы с детства, дети, которые занимаются в таких коллективах. И было 5 вторых мест, в том числе и наше второе место. Вот уже коллективы такого уровня примерно, как мы. Мы были очень рады, потому что для нас это победа. Это, еще раз повторю, очень большое количество коллективов, которые участвовали. И я считаю, что это очень достойное место. Трудиться надо всегда. И постоянно, и регулярно. И я об этом детям говорю, потому что успех – это только большой труд. И стремление к своей цели. То есть ставится определенная цель, какой-то фестиваль, и мы готовимся. Ну и, конечно, мы вообще участвуем в разных мероприятиях. Такая поездка, она бывает практически только один раз в год. А концертов, выступлений и других конкурсов много, и надо всегда стремиться к чему-то дальше, улучшаться, улучшаться, улучшаться. На фестивале коллектив выступил с двумя композициями «Перемена» и «Футбол». Последний стал премьерой, это их новый танец. Именно с ним ребятам удалось покорить как зрителей, так и судей. Он стал актуальным, так как совпал с чемпионатом мира по футболу, признается Лада Кельбус. Одной из основных задач фестиваля является объединение молодежи Болгарии с молодежью других стран в творческие союзы, ознакомление их с культурой и природными достопримечательностями. По словам участников, воспоминания об открытии фестиваля останутся навсегда в их памяти. Больше всего мне запомнилась наша поездка, как мы все дружно ходили на море, как мы все танцевали, поддерживали друг друга. Море эмоций, куча впечатлений, которые, наверное, всегда отложились в нашей жизни. Это была наша первая поездка именно за границу, и, наверное, она запомнится больше всего. Тем более мы заняли второе место на таком большом фестивале. Конечно же, это заслуга нашего руководителя Лады Анатольевны, потому что без нее мы бы не были так целеустремленны, у нас не было бы таких танцев хороших. Мы даже не думали, что нам так повезет на этом фестивале, потому что было на самом деле очень много соперников, конкурентов. Но у нас получилось именно так. Мы победили. Были соперники очень сильные. А чем? Ну, у них было, не знаю, у них были такие сложные номера, и у них были поддержки, и очень сложные. Ладе Анатольевне удачи, и чтобы мы всегда добивались таких хороших мест.
Я думаю, нужно на тренировках выкладываться не на 100, а на все 200%, чтобы на концерте уже добиваться больших результатов. Несмотря на летние каникулы, танцевальный коллектив «Альянс» продолжает работать над собой. Дети усердно тренируются, чеканив движения танцев до совершенства. Маленькая победа на международном детском фестивале «Солнце, радость, красота» стала стимулом добиваться новых вершин.